Пока все равно у Евгена это будет озвучка, потому что в оригинальном видео очень плохо записался звук. В этом видео я пойду на Азазеля, на Витнес. Что у меня получилось, вы сейчас увидите. Вот она первая попытка, как вы можете видеть, все пока что хорошо, предметы нормальные, и я не слился в гигантской комнате от толпы врагов. Но проблема вся в том, что я добил. Вторая попытка пошла поинтереснее. Я нашел How to Jump. Выглядит как-то так. Эти прыжки. Первый босс булькущие улетели очень быстро. Выпало мясо. В принципе, для доджев книжка-то нормальная, но только вот, блин, вот, ну как это сделано? И это изменило всю суть игры. Суть красного ключа в том, что я могу создавать неизвестные комнаты, которые продолжают уровень или могут вас завести в комнату я ошибка, если вы слишком далеко зайдете. Также, если у вас все получится и вы откроете в нужном месте, то вам сразу же откроется комната с бесплатным предметом. Забрал ключ, пошел на следующий этаж, нашел Бамбо. После этого нашел аркадную комнату. После этого Бамбу любезно подарил мне шприц, который урезал урон, но при этом увеличил другие статы. У меня сломался аппарат, и я думал, то, что мне выпала отличная вещь, но понял то, что от того, что я не буду держать красный ключ в руках, у меня он и не будет заряжаться. Взял скидон. Made in heaven. Да, оно сработало. Я сделал весь забег заново. Спрашивается, чему я радуюсь. Я уже был на этом уровне в этот момент, но проблема вся в том, что я кинул нож и пошел в другую комнату. От этого нож потерялся, а дверь закрылась. Уровень я уже знал, поскольку я его прошел. И собирал. Кстати, домашний, и почему у меня появляется резко энергия на ключе. Все это благодаря как раз таки робо-монашке, которую я взял. Она заряжает ваш активный предмет от урона. После этого я перезапустил компьютер, и весь уровень начался заново. Уничтожение альтернативного сердца. Нашел ключника, он мне дал такие предметы. Словил непонятный баг. И вновь нашел эту комнату. В ней лежал Серафим. Здесь мне очень слепое зло. Открыл. Тяжело читать. И тут я резко подавился. После этого нашел очень сложного босса, как я думал, но с моим уроном он улетел моментально. И вот все. Самое главное. Все то, чего все ждали. Бой с Витнес. Сейчас я объясню некоторые вещи. Почему мне наносилась всего лишь половинка сердца, хоть на этих этажах должна наноситься целая хпшка. Я подобрал вафлю, она уменьшает любой урон от шипов, от всякого такого, все же до половинки сердца. Почему я в сундуках вижу содержимое? Это благодаря новому предмету глаз Гэмби. Он вам показывает, что находится в кострах, в сундуках, во многом, и все. В принципе. Честно, я думал, то, что босса я буду гасить как-то долго. Но после трех одинаковых атак она быстро сдулась. Скорее всего, это благодаря моего дамага и бумбу. Концовка. Айзек, что ты рисуешь? Айзек, дай мне посмотреть. Дай мне это сейчас же. Это то, чем я для тебя являюсь? Это то, как ты меня видишь после всего, что я тебе сделала? Я монстр? Нет,
нет, нет, мам, я просто... Все, после чего я сделала, это то, как ты меня видишь? Ты думаешь, что я монстр, Айзек, я покажу тебе монстра. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Ты такой же, как твой отец. Я не хочу на тебя смотреть. Вот такой вот у меня получился забег. Довольно имбовый, и жалко, что не получилось вам показать его полностью. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.